Всем привет! Сегодняшнее видео будет интересно в основном хмельничанам. Появилось очень интересное приложение от картки хмельничанина. И сейчас мы на телефоне его попробуем установить и посмотреть, что оно из себя представляет. Итак, заходим в Play Market. Можно написать по-английски KM Card, а можно написать просто картка хмельничанина. Вот, картка хмельничанина, и выводит нас на KM Card бета-версия. Пока это бета-версия, жмем установить. То есть приложение находится в разработке, будет немного улучшаться, дополняться, будут смотреть разработчики на его корректность работы, но в принципе работает уже отлично все. Все происходит очень быстро, место занимает всего 7 мегабайт, это маленькое приложение, не беспокойтесь, что займет много памяти у вас в телефоне. Вот как значок города Хмельницкого, и переходим сюда, жмем. Здесь нам предлагают ввести свой номер телефона, чтобы вас зарегистрировали в системе. И потом на этот телефон сейчас придет смс с кодом, тоже вот сюда вводится. И потом уже ваш телефон будет в базе данных, и вы будете заказывать. Так, 93, 99, 43. Все, мы вошли. Вот, служба доставки, колл-центр. Доставка бесплатная. Нажимаете вот на любую категорию товаров. Овощи, фрукты, свинина. Ну, видите сами, да? Инчи товары, крупы. Интересно, например, сахар — это крупа или инчи товары. Вот есть даже для животных товары. Ну давайте посмотрим на крупы. Все, вон напишут, что нам перезвонит менеджер. Все, вам перезвонит менеджер, и вы ему скажете конкретно, что вы хотите. Можете даже не заказывать сначала, можно просто спросить. Я думаю, цена там, если вы пойдете на базар выбирать какие-то овощи, возможно, вы найдете на рубль-два дешевле. Но учтите, сколько вы потратите на это время, на маршрутку или на такси, если что-то габаритное. Даже на своей машине, у меня тоже есть машина, но я заказываю через картку, потому что бензин тоже стоит дорого. Все, вот такое было короткое видео ознакомительное. Попробуйте, скачайте это приложение, попробуйте хоть раз что-то заказать. Вы поймете, насколько это удобно, практично и экономно. Любите себя и цените свое время. Пока.